Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм, военный костюм, солдатка для девочек. Вот так вот у нас выглядит костюмчик в запечатанном виде. Упаковочка такая хрупкая, удобная. Вот можете посмотреть на фотографии, вот так вот выглядит костюм солдатки для девочки. У нас есть как для девочек, так и для мальчиков костюмы. Сегодня мы рассмотрим костюмы для девочек, они идут с юбкой, а для мальчиков идут брюки прямые, либо брюки галифе, также из разных тканей. Ну, сегодня мы рассмотрим один из костюмов. У нас в товаре, как всегда, визитка нашего интернет-магазина. И давайте рассмотрим солдатку для девочки. В комплект костюма у нас входит вот такой вот ремень. Коричневый ремень, темно-коричневый, с металлической, не с металлической, с пластмассовой пряжкой такой. Здесь вот он регулируется, застегивается, можете видеть. Далее в комплекте у нас входит пилотка. Можете посмотреть, пилотка с металлической звездой. Такая вот пилотка универсальная. В комплект входит юбка. Юбка на резинке тянется. Вот такая вот юбка. Просто обычная, такая немножечко расклешенная с небольшими складочками юбка. И помимо юбки в комплект у нас входит гимнастерка. Вот такая вот гимнастерка, длинный рукав. Здесь у нас на кнопочках идет рукава. Уже в комплекте идет георгиевская ленточка, она пришита к верхнему кармашку. Но это как бы имитация кармашка, на самом деле вот кармашка там нету. Здесь у нас уже имеются погоны. Также гимнастерка на кнопках расстегивается. И сзади вот так вот выглядит у нас гимнастерка. Просто обычный прямой покрой. Вот полностью набор, то есть юбка, гимнастерка, пилотка со звездой и ремень. Если вам понравился данный набор, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.